Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 октября. Страдание 26 заграфских преподобно-мучеников. В 1274 году на соборе в Лионе византийский император Михаил VIII, палеолог, решил укрепить свою близкую к падению державу за счет союза с католическим Римом, унией. Этот шаг вызвал всеобщее недовольство в стране. И император в 1278 году издал указ вводить унию Византии хотя бы даже и насильственными мерами. Святая Афонская гора твердо противостояла унии. Афонские иноки отправили послание к Михаилу, в котором основательно доказывали, что главенство папы, поминание его в церквах, совершение Евхаристии на опресноках, прибавление к символу веры и от сына не могут быть приняты православными, и призывали императора одуматься. «Мы ясно видим, — говорили в послании, — что ты еретик, но умоляем тебя, оставь все это и пребывай в том учении, которое ты принял. Отринь не святые новые учения ложного знания, прибавляющего к вере догадки». Крестоносцы, изгнанные из Палестины и нашедшие приют в Романии, заявили императору о своей готовности огнем и мечом утверждать власть папы. Михаил нанял еще турок и татар. Когда войска подошли к ненавистному для императора Афону, то чтобы не раздражать греков, он решил вымести свою злобу на афонцах-славянах. По приказу Михаила слуги папы обрушились на болгарский монастырь Заграф. Когда заграфским инокам было предъявлено требование принять унию, никто из них не захотел даже слушать о католичестве. Большинство заграфцев покинуло обитель, а самые твердые, числом 26, остались в монастырской башне. Это были игумен Фома, иноки Варсануфий, Кирилл, Михей, Симон, Иларион, Иаков, Иов, Киприан, Савва, Иаков, Мартиниан, Косма, Сергий, Мина, Иосаф, Ианикий, Павел, Антоний, Ефимий, Домитиан, Парфений и четыре мирянина. Святые мученики за веру православную были сожжены в монастырской башне 10 октября 1284 года. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.